Это Арктика. Архипелаг Шпицберген. Одно из самых негостеприимных и безлюдных мест на планете. До Северного полюса чуть больше 1000 километров. И только представьте, что здесь постоянно живут люди. Однако в этот раз людей стало больше. И они собираются поставить рекорд Гиннесса. Ну что, ребята, команда Европа Плюс отмороженных готова отправиться на крайний север, на Шпицберген, где Европа Плюс попробует установить мировой рекорд Гиннесса. Олег, кстати, уже тоже здесь, и он ждет в машине. Все, погнали! Нормально быть номер один из 2000. Вообще до последнего дня не верил. Думал, да по-любому будет раз, вот сейчас приеду, скажет, чувак, мы тебя развели. Идем с дистанции 10 метров тогда. А тортик мы съедим на заправке в Твери. Добраться до Шпицбергена очень непросто. Если вы хотите уехать в один конец, то тогда вам чартерный рейс прямой до Шпицбергена, до Лангиры. Из Москвы, да. Обратно сразу через недельку, через выходные не получится улететь. Поэтому, если вы хотите запланировать поездку покороче, то нужно через Осло. Все, там дальше на снегоходах всего-навсего 4-5-6 часов, как получится. А я, знаете, я немножечко завидовала нашей команде отмороженные, потому что они на машине столько всего посмотрели, и, ну, это круто. Это, конечно, тяжело, но зато такие виды такие. И можно было наблюдать постепенную смену пейзажей. На машине из Москвы, пересекая Финляндию, до норвежского Трамсё. Далее на самолете до Шпицбергена. Классно. Поехали! Вэлл тоже здесь, но пока что. А Вики тоже здесь. Да, нет с нами теперь Дмитрия Севастьянова. Он в составе первой команды отмороженных. Да. Уже отправился в путь. Она в Шпицберген. Бригада, я слышал, что у вас уже определился участник, который полетит вместе с вами. Я вас поздравляю. Олег с нами, он сейчас машет вам из машины. Он взял с собой торт, между прочим, мы не ожидали. Так что мы едем с тортом, который приготовил Олег. Отличная омывалка. Без запаха, без вони. И минус 25, то что надо. Отлично, по-богатому. Команда вообще огонь. Едем дальше. Отмороженное. По машинам. А это что? Выпустили нас уже сразу в зимнее царство. Посмотрите, какая метель. Буквально полчаса назад мы пересекли границу с Финляндией. На пути в Хельсинки нам осталось еще 160 километров, приблизительно 2 часа в пути. Но осложняет нашу дорогу сильный снег. Мы как будто пересекли не просто границу другого государства, а попали в иной мир. Границу долго проходили, проголодались. Ближайшее место непонятно, а у нас есть тушенка из России привезенная. Очень вкусная. Добравшись до Хельсинки, мы переночевали и снова проголодались. Эх, поскорей бы на север.
Ну что, мы плотно подкрепились, заправились. Сейчас у нас водительницами будут прекрасные девчонки. Ориентировочное время нашего прибытия сегодня в точку 20-20-02-02-20-20. Добраться до Шпицбергена на самолете значительно быстрее. Но если вы решитесь проделать большую часть пути на автомобиле, это совсем другое дело. Я бы не подумал, что окажусь в Лапландии, в резиденции у настоящего Санта-Клауса, или как его здесь называют, Yellow Pookie. А еще, оказывается, именно здесь проходит та самая параллель, которая разделяет нас, жителей основной части планеты, от Северного полярного круга. Вот сейчас мы как раз его пересекаем, и сейчас мы уже за полярным кругом. Полярники, они такие. Суровые мужики. Суровые мужики. Что, поем за полярье? Пойдем уже, пойдем уже. Это очень просто, ребят. Вот мы и полярники. А мы не полярники. Пока полярники. Ну а здесь Санта-Клаус занимается своими важными делами. Правила игры меняются. Остается примерно 750 километров. Солнце уже садится, пойдем по темноте. Дорога, смотрите, топ лед. По нашим расчетам, мы преодолели половину пути до Баренцбурга. Первая половина пути уже позади. Но настоящие сложности еще и не думали начинаться. Открой, может, окно. Может, через окно сними, а? Тихо. Меня не видно их. Это не слева, Саша. Ой-ой-ой, аккуратно. Это северные олени. Большая удача встретить их. И еще больше не зацепить в такой темноте. Встретили оленей, они носятся, в темноте их не видно, но мы справились, смогли их заметить. Здравствуйте, все приехали в Норвегию. Ура, мы в Норвегии. А погодка-то шепчет. Да, она прям шепчет. Ну, не хочу нас настраивать, но я думала, что надо готовиться к тому, что именно так и будет, нас предупреждали. Да, нам северное сияние на северную снежную сказку. Вот этот период единый, я даже не могу его разделить на какие-то там отдельные составляющие. Путешествие от Петербурга до Трамсё, оно каким-то таким одним единым целым получилось. Приехали! Доброе утро, бригада У! Дорожный маршрут завершился. Сегодня мы пересаживаемся на самолеты и оставим наши машины. Приезжайте быстрее. Это наше, так сказать, последнее включение вместе с вами. Дальше вы уже будете в пути, и мы вас очень ждем. Ребята, все на сегодня от нас, и мы
собирать, побежали чемоданы, рюкзаки. Да, лично на мне уже термобелье надето. Серьезно? Варежки на батареях греются, чтобы согревать меня в ближайшую неделю. Все, мы полетели в аэропорт, побежали. И 7 числа попытаемся установить мировой рекорд. Да. Все вместе. В эфире появимся только в пятницу со Шпицбергена. И все вместе, надеюсь, вы будете болеть за нас. Мы вместе установим мировой рекорд Гиннесса, как самое северное шоу. Все, до пятницы. Джем, Вэл, Вики, Бригаду, Европа Плюс. Счастливо. Пока! Ура! Этот день настал. Пришла наша очередь отправляться на Шпицберген. Да, через пару часов приезда Осло, а там, ребята, экспедиция. Но небольшая ревизия перед путешествием. Победительницу взяли? Наташа здесь. Ага. Я никому не говорила из родственников про участие. И сказала уже после того, как выиграла. А вот, у всех был, конечно, шок. Лучше всего воспринял мой муж. Он с удовольствием купил мне билеты до Москвы и сказал, что это лучшее твое приключение. Конечно, езжай, езжай. Хотя ты должна была лететь в Варшаву. Да, Будапешт. А, Будапешт. Да. Очень переживали за меня мама и бабушка мои, но они понимали, что это единственный шанс такой в жизни, наверное, выпадает. Рюкзак взяла. А, Фриска? Фриска на месте. Хорошо. Термобелье. Не показывай. Папина. Ну, поехали. Погнали. Ага. Информация. Мы только что прилетели в Норвегию, в Осло. О, информация. Знаешь, какая информация у меня есть? У них дырявые монетки. Смотри. Покажи. На шею. Да, можно реально вешать на шею. Вики, тебя обманули. Таких не существует вообще в обороте. Их всего 10 на всю Норвегию. Ладно. Сейчас мы немного посидим, посчитаем денежки и полетим дальше на Авангир. Но сначала то, что мы любим и умеем лучше всех делать. Спать. Да. Погнали. It's Europa Plus, it's our team. Hello. It's Karina. Hello. I will never remember all the names. But I will work on it. Наш важный человек, представитель книги рекордов Гиннесса. Я буду следить за нами и говорить. Правильно. Вот, или неправильно. Сады Шпицберген выглядит примерно так. Нет, это самая крутая из всех пустынь, которые я был. Мы с вами вместе получаем и в машину загружаемся, едем в русский дом. А как же я не люблю город. Сейчас нас везут местные полярники в специальный русский дом, где нам проведут инструктаж, прежде чем мы отправимся в путешествие на снегоходах. Надо привыкнуть еще, освоиться ко всему как-то. Немного все странно. Про аэропорт интересно, в принципе, понимать, что он построен только в 72-м году. И, ну, то есть такая регулярная история попадания сюда на архипелаг начинается именно тогда. До этого летала малая авиация, но не часто. А все основное, будь то снабжение, будь то попадание сюда людей, происходило в большей степени кораблями. Если говорить про нашу советскую историю, да, эпоху, то это... Сюда выходили из Мурманска и из Архангельска. Условно, когда люди приезжали на рабочие контракты, на работу. Люди, которые любят делать миллион снимков, чтобы потом выбрать одну фоточку. Вам нужно сюда. Не, вам сюда не надо. Или наоборот, вам сюда надо, чтобы отучиться от этого. Потому что тут такая... Один дубль и погнали. Да, не получилось, прости. На руки сразу просто. Как мы о снегоходах говорили? Да, снегоходы. Чуть-чуть прокатиться, насладиться я, и на месте. Я знал, чем это все закончится. Нет, я на самом деле, я немножко долго соображала. Я такая, я люблю, классный проект, классно. 4 часа на снегоходах, классно. А потом
где-то недели через две. До меня дошло что-то 4 часа. Я говорю, 4 часа на холоде, на снегоходах. Ага. И дальше у меня началась, в принципе, паника. И это оправдалось, даже стало хуже, чем я думала. Особенность Шпицбергена – отсутствие дорог и вообще постоянного сообщения как такового любыми транспортными средствами, там, кроме кораблей в летний период, в период навигации. Больше гарантированно попасть в какую-либо там точку Шпицбергена невозможно. Вот этим длинным вариантом пути, 74 километра, ориентировочно займет у нас от 3 часов пути. 3-4, при плохом раскладе 5. Очень много камней, в этом году мало снега, много траверсов, это прохождение по участкам с наклоном, то есть снегоходы будут наклоняться туда-сюда. Трассы не раскатаны, снега мало, условия такие настоящие, арктические. Чем может обернуться та или иная ситуация, знаем только мы гид. И мы не будем вам в полной мере это все рассказывать, просто очень просим, так сказать, нам помогать. Прилетели мы, на самом деле, действительно в адский холод. Было минус, сколько там, минус 25, минус 30. Сразу нас посадили на снегоходы. Мы поехали в Баренцбург. Там ощущалось на снегоходе, мне кажется, все минус 40. Поэтому, да, здесь очень холодно. Здесь такой прям лютый мороз. Поэтому, действительно, Арктика чувствуется. Ну что? Ну ж, поехали уже, а? Вот эти Вики. Сравнительный анализ Вики и Вэлла. Это моя. Че, я не еду в ботинке, да? Я делаю вид, что я не боюсь. А ты боишься? Очень. Потому что уже страшно, уже тяжело, уже холодно. Я хочу домой. Да нет, я на самом деле хочу побыстрее доехать. Люди Земли, мы принесли вам колбасу и радость. Завалился, ничего страшного. Первое движение водителя – это заглушить двигатель. А у пассажира – беречь себя. Когда ты едешь, тебе холодно, у тебя, не знаю, у тебя запотел шлем, ты ничего не видишь. Единственная мысль о том, чтобы, блин, оказаться в любом месте, но не здесь. И ты смотришь по сторонам, ну, это такие двоякие ощущения, когда тебе максимально плохо, но максимально прикольно. Так ужасно было, ну класс. Ну, типа, это впервые, когда я это ощутил. A team of people said that we have to go to our hotel, and they said, it is going to take 4 hours. And I said, oh, okay. And then they showed us the caterpillars or the skidoos. And they said, oh, we have to sit on this to go like 4 hours on a journey. And it was very cold, really cold. And they said, oh, would somebody like to drive it? And I put my hand up and I said, can I drive one, please? And they looked at me and they said, okay, we'll let you drive. Because they didn't think I could do it. They gave me a little bit of training. I started and we drove. It took 4 hours, felt like forever, but we managed to get there. But it was very, very cold. I'm told it was like minus 25, but it felt like minus 35. Слушай, все хорошо, но только когда ты представляешь, что еще ехать 4 часа, то, конечно, страшно становится. Мы справимся. Визор замерз, но... Терпимо, там одна часть. В общем, норм. Хо!
холодно, но оно того стоит. Главное выжить. Конечно, повторить бы, может, и не хотела бы, но это надо пережить. Прямо резко, чтобы оно туда... Ой, правда, теплее так. Кровь приливать начинает. И потом обратно, с другим боком. Дышу ровненько. Мне кажется, довольно как бы, типа там, не паникую. Что пока хорошо? Стоим, можно ставить пальцы. Визор? Да. Вот это вот? Теперь. Да. Ну, я вот поскреб. Мы все не счистим, но хотя бы чуть-чуть, чтобы видно было. Можно приоткрывать чуть-чуть визор, оставлять щелочку, оно тогда будет проветриваться. Да. Давай это делать. Погоня. Слезы это нормально. Слезы. Падали, либо узкие ущелья, по которым проходила дорога, заметалась снегом. И ребята, как ни в чем бывало, подняли снегоход, там, который весит сколько? 300-400 килограмм, да. Лопаточками раскидали, причем это все при полном обмундировании, которое весит, не знаю, сколько, 10 килограммов сверху твоего веса. И так они проделывают этот путь туда-сюда, каждый день, может быть, даже не раз в день, из года в год. Именно в тот день, когда поехали мы на снегоходах, была самая низкая температура. Никто до сих пор не понимает, сколько. Кто-то говорит, там, минус 25, кто-то говорит, минус 30, но ощущалось все минус 90. 193. 100. 193. Это невероятно красиво и невероятно страшно. Кто здесь? Я Сережа. Я сам, правда, в это уже не очень верю. Здорово, пацаны. Здорово, чемпион. Сейчас жесть от всех, конечно. Почему все такие счастливые? Как дела? Я так замерзла. Так, у тебя ножки ресницы, просто... Просто обалдеть. Но для меня это было огромное преодоление. Поездка на снегоходах была ужасна. Я очень расстраивалась. Я прошу прощения у своих коллег, что я ныла. Я понимаю, что все в равных условиях, но я прям... Мне было очень тяжело. Мы достаточно просто переживали то, что Вики ноет, потому что ехали на разных снегоходах и узнали о капризах только после. Неправда, я знал. Мы ехали на разных снегоходах, и я знал, что в этот момент Вики плачет. Женщины делятся на два типа. Такие, как наш продюсер Вера, которая заснула по пути 4 часа, блин, в северной вообще пустыне, как заснула, и на Вики, которая 4 раза плакала. 3! Это замечательная поездка, я, правда, немножко уснула на снегоходе, но потому что было классно. Это такой адреналин, очень красиво, мы видели собачьи упряжки, которые мимо нас проезжали. Где Джем, я не понимаю. Стоя, класс. Он все-таки не доехал. Он все-таки уехал. В смысле? Джем! Рука, ну холодно! Джем! А пойдемте в тепло! А где Джем? А пойдемте в тепло! Я вас ненавижу. Идите в жопу. Мы когда доехали из Лангира в Баренцбург, первым делом что я сделал? Я полез в интернет, как добраться из Баренцбурга не на снегоходах. Я на самом деле тоже думала, что надо сделать, чтобы мне вызвали вертолет.
Я искренне надеялся, что, ну, может быть, какая-то трасса еще есть, на которой можно на машине. Я готов был отдать любые деньги, чтобы вернуться не на снегоходе. Присылайте корабль. Ну, есть корабль, да. Надо было дождаться лета просто и все. На самом деле, если бы не было наших коллег и всех-всех, и не было бы таким важным это дело, то я бы реально развернулась через полчаса и пошла обратно. Серьезно. Мне было настолько... Я настолько ненавижу. Не знаю, я выжила, но я думаю теперь, как же... Ура! Знаешь, я думала, как же ехать обратно? Вот меня волнует, что... Но это очень здорово, что мы все наконец-таки собрались. Очень приятно, что нас так красиво встретили. Баренцбург. Здесь есть церковь, школа и жилые дома. Однако это вовсе не главное. Словами, ни через камеру этого не передашь. И самое интересное, солнце мы его не видим как такового. Оно идет по горизонту за горами. Мне кажется, я никогда в жизни не была в таком маленьком поселке, вот именно. И в таком маленьком, компактном, самообеспечивающем себя поселке. Ну вот в Баренцбурге, что... Вот это вот необычно, конечно. По большому счету, архипелаг Шпицберген – это огромная льдышка, без деревьев, без всего, в Северно-Ледовитом океане, который со всех сторон ветрами. Вот так, примерно вот так тебе ветер бьет. Никогда не пренебрегайте правилам, чем теплее оденешься, тем лучше. И это правда, ведь эта ледяная пустыня не прощает ошибок. Куда побежал? Ты хороший такой. Да ты классный. Первый писец. Первый на севере. Как было красиво светло. Наверное, да. В общем, на Шпицбергене есть традиция, что если ты заходишь в любое помещение, даже если это ресторан, должен снять свою обувь и зайти сюда по-домашнему. Мне до последнего все это казалось таким каким-то очень легким, что в чем проблема поставить рекорд. И когда я приехала на место, увидела, сколько работы проведено по шатру, по настройке, сколько ребята все это делали, стало понятно, что это все не просто так. И день, конечно, установления рекорда было видно напряжение на лицах, кто общался непосредственно с представителем Гиннесса. Столько градиента серого на горизонте с этими горами, это просто фантастика. Суровая такая, необузданная, дикая красота.
важный момент, расчерчиваем площадь под палатку, точнее под шатер. Скоро начнем его устанавливать. И в нем будет рекорд, соответственно, разместим студию, подведем все коммуникации. И бригада У выйдет в самый северный эфир. Надеемся, что получим рекорд Гиннесса. По цветам. Чёрная сила, пойдем. Вот, видите, у нее какие углы. Красная, желтая. Проще так надо. Прекрасно. Синие, вон они. Вон они синие. Да, тут тоже валяются. Конструкция достаточно легкая. Всего лишь состоит из металла и пластика. А сверху натягивается прозрачная такая ткань. Диаметр этого шатра 6 метров, высоту около 3 метров. То есть, в принципе, там как раз может уместиться несколько человек. Ну, конструкция крепкая, точно не упадет. Я знаю, что идеальный. Да, ребят, у нас практически все готово к постановке завтрашнего эфира, постановке рекорда книги Гиннесса. Я не знаю, получится или нет, но мы должны это сделать. Наша мобильная студия построена, пока что только внешняя оболочка присутствует. Сегодня мы ее будем начинять всей аппаратурой. Все. Пока! Пока! Мы как будто на Евровидении. На фигурном катании. 12 points go to... Браво! Охотничий сезон на фотографию с оленем открыт. А это еще один олень. Да вы кушаете. Он на оленя с ними разговаривает. Впечатление есть, ну, белый медведь все-таки, душа Арктики такой интересный. Здесь, да, ну вот Мишка сидит, этот съест, вот, ну, сядет за него где-то метров 100 с копеечками, там 120. С той стороны он вышел, подъехал снегоход, отсек его световым лучом, чтобы он к нам ближе не подошел. Можно еще отметить, что тут традиции все друг с другом здороваются, это очень круто. И говорят, что дети, которые выросли на Шпицбергене, они потом, если переезжают на материк, они удивляются, почему все такие злые, почему со мной никто не здоровается. Я со всеми здоровый, почему со мной никто не здоровается. Это очень мило, это классно. Я бы хотела внедрить такую традицию себе в подъезд. Я здороваюсь, а со мной не здороваются. Вики, губернаторы подъезда. Когда с порта люди поднимаются летом, снега нет, это все... Да, люди вот в Баренцбурге прям поразило то, что они очень дружелюбные, они все такие добрые, такие классные, это какая-то просто огромная большая семья. Сама по себе шахта сверхкатегорийно опасна по взрыву угольной пыли и горным ударам. В связи с этим определяются очень большие требования. Все, она поморгала, значит, все. Эту поездку можно переименовать 15 способов, как убить себя.
когда мы спускались в шахты, нас подвели к подъему, откуда поднимали шахтеры настоящие, то есть у них закончилась смена, и мы ждали, когда они поднимутся, чтобы все это запечатлеть, увидеть. И мы состоим своими смартфонами, с включенными камерами, с улыбками, чистые. Начинаем, и то есть приезжает вагонетка, оттуда выходит там несколько десятков рабочих, и мы: «Здрасте!» И лично у меня только потом пробежала мысль: какое нафиг здрасте? У людей смена в шахте, там, в километре под землей. Они реально, они все в саже, с бородой, такие супер брутальные. Но при этом они выходят и на наше здрасте. Здрасте, ребят. Всем привет. И идут дальше, и все. И то есть максимально открытые даже в такой суровой среде. Есть люди, которые здесь родились, и есть целые династии, которые здесь живут еще с советских времен. То есть есть такие люди, да. Кто живет, ну, можно сказать, постоянно. А вы откуда? Я из Калуги. Ого. У вас мой друг работает, Сергей Зеленцов. Да! Серега! Привет ему передавайте. Серьезно? Грин, это Вэл, если ты не узнал. Слушай, кто-то может случайно встретить земляка в центре Москвы, кто-то где-то еще. Но, блин, чтобы в шахте Баренцбурга, вот тебе привет. Привет, Грин. Офигеть. Так, все, это так называемый чекаут. Мы выезжаем из шахты и сдаем документы. Есть. Зеленая загорелась, значит, все, да? Да. Отлично, поехали. В этом месте отлетает так называемая шелуха, вот эта вот обертка от эмоций. Здесь радуются простым вещам. Здесь радуются тому, к чему настолько привыкли на материке, в остальном мире, и на это уже давно не обращают внимания. Здесь чертовски искренние люди, максимально открытые, добрые, сильные духом, и не понаслышке знающие, что такое взаимопомощь. Вот. Вот там впереди есть ребята, их надо догнать и обогнать. Когда обгоняют, а зачем, а чего тут скучно? Вот, в это время у вторых появляется опыт, мотивация, значит, ага, догнать, обогнать. Иногда съесть. Вот, ну, чего они обгоняют? Вот. Правда ли? Опять олени. Вот как в Казахстане, ходишь по степи тоже коровы и лошади, и верблюды. Голая степь, никаких поселений нет, коровы идут таким стадом, пасутся. Вот тут также олени ходят. А им тут бояться нечего. Хищников, которые непосредственно в них заинтересованы, тут нет никаких. Медведей они тоже не боятся, потому что не основная их кормовая база. То есть как бы мимо пройдет, может, конечно, и съест, а может, им пройдет. Люди на них раз в год охотятся в сезон, и то там по строгой вот ходят. Арктика вообще поражает. С самого начала.
good. Halfway down, we fell off, both of us. I was driving, and I leaned a little bit too much, and we both fell out. But we got back on, and then it was good. Хорошо, очень мягенько упали, очень правильно, правильно затормозили, правильно встали, все прекрасно. Хочу тебя познакомить, это Дон. У Дона дедушка титулованный вожак. Ну, пока трасса новый, нравится. Когда мы начинали готовиться к этому проекту, у меня было очень большое опасение, что максимально все пойдет не так. Шпицберген мне представлялся просто куском какого-то льда где-то за полярным кругом, никакой инфраструктуры, ничего. Когда мы начали связываться с людьми, которые здесь живут, с принимающей стороной, прислали им все технические требования, которые нам были необходимы для реализации этого проекта, они сказали, да, не вопрос, все сделаем. Я был крайне удивлен, вот, но все равно какие-то опасения оставались. И потом, когда мы приехали уже на локацию, я связался с местным специалистом по IT от принимающей стороны, и он сказал, ребята, у вас будет весь интернет нашего города. То есть вся пропускная способность норвежской сети, которая обслуживает Баренцбург. И здесь я уже немножко расслабился. Большой проблемой была доставка нашего оборудования радиоэфира для мобильной студии. Изначально планировалось, что я поеду в первой команде отмороженных, но в последний момент все переиграли, я полетел на самолете, потому что руководство решило, что так наше оборудование будет в большей сохранности. И в принципе, да, если бы не этап переезда на снегоходах от Лонгира до Баренцбурга. Когда мы приехали в Баренцбург и я увидел наше разгруженное оборудование, это был просто сугроб, из которого торчала ручка для переноски. Вот. Я занес мобильную студию в комнату, все распаковал, выложил на пол, и в принципе я считаю себя достаточно аккуратным человеком, но в тот вечер было впечатление, что у меня в номере жил енот. Настолько был дикий бардак. К утру мобильная студия разморозилась, я ее собрал, подключил, связался с Москвой по гостиничному Wi-Fi, ушел завтракать, и когда вернулся, я слышал Алексея Мануилова с Еврохит ТОП 40. Погнали, 5 часов 3 минуты в Баренцбурге, город, в котором мы находимся. Мы бригаду, я Джем. Я Вэл. Я Вики, привет, доброе утро. Мы долго к этому шли, и вот прямо с данного момента и вплоть до конца эфира мы будем устанавливать рекорд Гиннесса. Да, до нас никто не вещал из такой северной точки, населенной в мире. Из последних новостей, которые вот прямо сейчас происходят, прежде чем, Вики, к тебе, к шатру подошла девочка, которая живет в Баренцбурге, одна из местных жителей, их всего, ну, чуть меньше 500 человек, и стоит вот так, прислонившись ладошкой. Она отпросилась со смены, чтобы постоять возле, даже не внутри, а возле нашего шатра. При этом человек отвечает за подачу горячей воды в этом городе. И она сказала так, ребят, ну, если горячей воды несколько часов не было в Баренцбурге, то, знаете, это моя вина, это я. А по поводу белых медведей я слышал
слышал историю о том, что у местных есть какой-то свой чатик, и если вдруг кто-то видит опасность, сразу в чат кидает информацию, чтобы типа шубить все по домам. С сегодняшнего дня наконец-таки в Баренцбурге опять начинает работать сувенирная лавка. Но работает она до часу дня, потому что после часа сотрудник уходит работать на почту. То есть никогда за всю историю Шпицбергена эти два заведения не работали одновременно. Я просто лично попал в такую ситуацию, когда мне нужно было купить толстовку. Да. И моего цвета не было в магазине сувенирных изделий. И почтальон сказала: пойдемте, я сейчас закрою магазин сувенирных изделий, открою вам почту, и там вам продам футболку, толстовку. Это очень удобно. Джем, ровно наоборот была история. Захожу я, значит, на почту за магнитиками. Да, на меня капает уже. Ну да, всю ночь пушки работали. Пришли еще 11 двухногих и двухрогих пушек. Надышали здесь, и теперь с потолка капает конденсат. К нам пришел человек из книги рекордов Гиннесса. Это наш друг. Теперь уже он из Англии, и он будет фиксировать, все ли все четко соблюдается, все ли правила, потому что правил очень много. I'm just here to verify the record. I don't know if we're in the air or not, but this is one of my jobs, is to make sure that you guys are are broadcasting. Yeah, we do. Okay. Good. So now at the moment you're just playing the music, right? Yes. Okay. Waiting for a break in them. Okay. А требований там такой список, что мы немного даже были напуганы. Мы должны были подобрать несколько свидетелей из местного населения. Да, к слову, да, геодезист – это очень забавная история, потому что, ну, как бы все понятно, у всех есть билеты, все видели, куда мы прилетели, но по правилам должен прийти геодезист, который подтвердит, что в данный момент мы находимся именно там, где мы находимся. И свидетель, местный житель, который никаким образом не относится к Европе Плюс, засвидетельствовать своими глазами. Действительно, как я вижу, ребята человек. Сидят. Да. В Москве еще у нас есть свидетель, который тоже не имеет никакого отношения к Европе Плюс, но слушает эфир нас сейчас. Мы не имеем права повторять одну и ту же рубрику дважды. Да. Соответственно, гороскоп мы уже послушали в прошлом часе. Хватит. Так. Круто, потому что здесь можно встретить белого медведя. Но пока его еще никто не встретил. Круто, потому что здесь очень доброжелательные люди. Человек для белого медведя не очень калорийная еда. Тут нет деревьев. Ни одного. Я думала, что Шпицберген — это круто. Но круче — это Бригада У и Дима. Вот это круче Шпицбергена. А мы в этот раз? Одна команда. Интересно видеть работу всей студии прямо внутри, как кто за что отвечает, кто что должен делать. Просто у всех свои сигналы, подмигивания. Просто красавчик. Начну с главной новости этого утра. Менее часа осталось до момента, как эксперты книги Гиннес «Мировые рекорды» должны зафиксировать мировое достижение Европы+. Это город Баренцбург на острове Шпицберген. На данный момент это самая северная в истории общедоступного радиовещания точка нашей планеты. Да? Тимофей Рогожин, руководитель Центра арктического туризма. Мне интересно, вы помните этот момент, когда вы влюбились в Арктику? Мама меня родила в Мурманске. Серьезно? Нас уже, на самом деле, наши некоторые слушатели считают героями, несмотря на то, что мы провели здесь минимум времени. Но это все равно поступок. Да? Любой человек, который оказывается даже здесь у нас, достаточно, я считаю, комфортных условиях, это все равно поступок, потому что все-таки Арктика по-прежнему это агрессивная среда для человека. С воздухом почему все время хочется пить? Ну, во-первых, высокие широты Арктики до Северного полюса 1300 километров. И, в принципе, воздух достаточно разряжен с нехваткой кислорода. Это первый момент. Второй момент, несмотря на то, что Шпицберген омывает три моря, в зимний период как минимум два из них в замерзшем состоянии. Это гренландское и норвежское. Поэтому много льда и объективно, в принципе, достаточно сухой климат. Почему, например, здесь минус 30? Ну, вот, скажем так, немного посложнее переносить. Почему мы герои? Пожалуйста, да, объясните, почему холодно так? Слушай, ну еще существует ветровая нагрузка, раз. Существует все равно открытое море. Оно у нас чуть севернее замерзшее. Даже вот залив, на берегу которого стоит Баренцбург, Грёнфьорд, он в этом году тоже прихватился льдом, но буквально в 20 километрах от нас с вами Северный Ледовитый океан, открытое пространство, и поэтому ветер, который дует с океана, естественно, он добавляет этот минус, и сегодня, возможно, ваш обратный, возможный отъезд будет смещаться. Серьезно? И смещаться. Потому что сейчас дует 12 метров в секунду, а на пиковой нагрузке ветра будет 21 метр в секунду. И при минус 16 это очень дискомфортно. То есть вы складываете метры в секунду с температурой воздуха,
Плюс еще вы едете на снегоходе, это тоже дополнительная как ветровая нагрузка, и поэтому это действительно дубак. А вы видите слезы уже на моих глазах? Или не замерзли? Я учусь плакать без влаги, потому что она тоже замерзает. В данный момент не в студии, но где-то возле проверяет все. Представитель книги рекордов Гиннесса, именно он скажет, случилось или нет. Да, ради этого момента мы и приехали сюда, не без помощи наших друзей, наших партнеров, компании Синтек Лубриканс, производитель антифриза Синтек Мультифриз. Что заставляет людей сюда приезжать? Что должно произойти в голове у человека, чтобы он все бросил, работу, теплые, комфортные, тепличные условия и приехал в Арктику жить? Кайфует от того, что не жарко, что пиво всегда холодное. Даже если хочется. Есть люди, которые подсаживаются на наш арктический наркотик. Таких людей очень много. Ну, свобода. Это круто, мы ставим рекорд. Без 5:10 в Москве, без 5:08 в Баренцбурге. Вы сейчас не представляете, что творится в нашей мобильной студии на Шпицбергене в городе Баренцбург, где мы находимся. Помимо того, что коленки трясутся абсолютно у каждого, кто сидит за столом, по крайней мере, говорю, за себя. И мурашки новые, мурашки еще везде, большие. Огромное огромные. Количество людей, вся большая команда, которая работала над этим рекордом, над путешествием. Все улыбаются, да, все нервничают, все с камерами. Телефоны в руках, все снимают этот момент. No, спасибо большое за теплые слова. Очень рад быть здесь и очень большое спасибо передает Европе Плюс. И моя ключевая задача здесь, сейчас, зафиксировать рекорд по ключевым словам. Установлению самой северной, коммерческой, непостоянной, да, переносной радиостанции. Это была совершенно новая идея для рекорда. Нам нравится новая идея рекорда, нам понравилась ваша идея. Но для установления каждого рекорда у нас есть определенные требования, которые необходимо соблюсти. Ключевых моментов, которые необходимо было соблюсти, не так много. И самым важным из них являлось то, что ваша станция должна была находиться севернее 73 градусов 3 минут 8 секунд. So, with a reading of 78 degrees, 3 minutes, and 43.5 seconds. Europa Plus, you have set a new Guinness World Record for the most northerly pop-up commercial internet broadcast. Congratulations. Итак, с результатом 78 градусов, 3 минуты, 43,5 секунды, радиостанция Европа Плюс добивается результата и ставит рекорд Гиннесса по самой северной коммерческой переносной радиостанции. Бригада Европа Плюс, Джем, Вэл, Вики, счастливо! Пока! Европа Плюс, радио номер один в России. Столицы 10 часов и 2 минуты. Европа Плюс. Что ж, рекорд установлен. Но изменилось ли что-нибудь в этом пустынном и величественном регионе? Да, люди, которые там побывали, о чем я. Европа Плюс.
Европа Плюс – радио номер один в России вот уже 12 лет. Она обязана своим успехом не только концепции музыкальной программы, но и тому, что мир Европы Плюс выходит далеко за рамки музыки. Стиль жизни, вызов открывать новое, щедрость и умение делиться, чувство команды и стремление к победе – часть этого мира. Наша экспедиция на север и стремление установить рекорд Гиннесса продемонстрировали это. Команды ЕМГ, Европы Плюс и нашего партнера Синтек преодолели многочисленные технические, погодные и бытовые препятствия. Все наши человеческие и технические ресурсы были направлены на то, чтобы слушатели почувствовали и прожили это незабываемое приключение вместе с нами. Поздравляю всех и, как я часто повторяю, идеи ничто без мужчин и женщин, которые дают им жизнь. У меня буквально текут слезы, конечно, в первую очередь от ветра и холода. На самом деле, наверное, может быть, даже немножко от счастья, от того, что мы сейчас находимся здесь, в этой точке, и уже многое позади. Позади рекорд Гиннесса, который поставила команда Европа Плюс, команда Синтек. Это невероятное приключение, невероятный жизненный опыт, с которым я хочу поздравить всех участников экспедиции. Причем не только тех, кто добрался сюда, в Заполярье, но и тех, кто находится в Москве, в офисе, помогает, делает все для того, чтобы это было, стало возможным, принимал сигнал во время установки рекорда. И, конечно, это невероятная вещь, потому что она останется навсегда у всех в сердцах. Но мне кажется, намного важнее то, что мы увидели, то, что мы поняли, то, что мы почувствовали, то, что мы доказали, что в современном циничном мире, в котором, казалось бы, нету места и возможности каким-то подвигам, и есть еще место для романтики, есть место для дружбы, поддержки невероятных светлых людей, которые мы здесь встретили. Ту красоту невероятную земли, которую мы видели и видим сейчас. Это же просто бомба. После этого хочется жить, и очень хочется это не развидеть, не забыть все это. Большая возможность, большое счастье вот так вот сплотиться, побывать на севере, увидеть эту невероятную красоту. Хочется этим совсем поделиться, что Европа Плюс, конечно, с радостью и делает. Ребята, айда все на север. Постановку рекорда, установление рекорда, это, конечно, удел сильных, удел смелых, удел первых. И, собственно, Европа Плюс, безусловно, лидер в своей сфере. Компания Синтек – лидер в своей сфере. И то, что мы сделали, это еще раз тому подтверждение. Я думаю, что данная экспедиция на долгие годы, я думаю, даже навсегда останется в памяти. Слава богу, что удача сопутствовала нам, потому что рекорда могло бы и не быть, если бы еще буквально мы задержались с ним на пару часов. Палатка улетела бы. Скажу слова огромной благодарности команде Европа Плюс. Безусловно, это их заслуга, это заслуга слаженной работы всей команды. Это действительно настоящие профессионалы, профессионалы своего дела. И только благодаря слаженной работе мы смогли поставить этот мировой рекорд. Это действительно большое достижение. Было, безусловно, непросто. Все достаточно сильно подмерзли. Было холодно. Но мы молодцы. Мы сделали это. И это достойно аплодисментов.